Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем бомбочку для ванной. Вот такого плана. В состав здесь входит карбонат натрия, она же сода, пищевая соль, краситель, лимонная кислота, масло. То есть все, что у меня есть дома, только обойдется нам это в несколько раз дешевле. Так, приступим. Для этого нам надо 2 столовые ложки соды. Столовая ложка соли. Теперь мы это все перемешиваем. Прежде чем добавлять лимонную кислоту, сюда же мы добавим совсем немного масла. То есть оно должно получиться такое, как рыхлый такой песок, не совсем мокрый, так как в реакцию попадет лимонная кислота, и оно начнет просто шипеть и разбухать. То есть сейчас это все перемешиваем хорошенько. Немного еще добавим масла, чтобы оно лучше лепилось. В принципе, можно сразу сюда добавить и краситель. У нас будет красный краситель пищевой. Там уже кому какой нравится, многого добавлять не надо. Он концентрированный. После того, как мы все тщательно перемешали, добавляем уже столовую ложку лимонной кислоты. Так, и снова все это перемешиваем. Теперь я взял формочку, такое сердечко. Сегодня как раз день Валентина. Есть силиконовые формочки пищевые, то есть уже у кого что есть. Можно банально взять яйцо с киндер-сюрприза, туда заложить. Так, давайте теперь это все сюда пересыпать. И главное, засыпать формочку не полностью, а это половину насыпать и утрамбовать, чтобы она хорошо схватилась. Таким образом. Теперь досыпаем остальное. Вот так мы его плотно утрамбовали. Можно было больше сделать, то уже такое не столь важно. И теперь его надо отправить минимум на 12 часов, чтобы оно подсохло, чтобы его нормально можно было достать. Подсохнет, вернемся, будем испытывать. Вот прошло время, примерно часа 4, так как я ускорил процесс, положил формочку нашу на батарею. Как видите, она идеально высохла очень быстро. Ну, сейчас давайте проверим. Самому интересно, что из этого получилось у нас. Налил теплой воды. Как бы такой же, как в ванной. Градусов 40-35. И давайте проверим. Но раз хорошо, не очень быстро растворяется, так намного интересней.
Да, классно. Магазин, наверное, намного дольше растворяется. Ой, намного быстрее. Там буквально секунд 10 и все. А это уже где-то минуту. И еще есть. Ну, давай уже растворяйся до конца. Ну, такая вот у нас получилась бомбочка. Кому эта идея понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще видео. Всем пока.